Здравствуйте, уважаемые студенты и слушатели. Продолжаем лекцию по предмету электрической сети и системы. Сегодняшняя лекция – моделирование компенсирующих устройств. Лекцию читают доцент кафедры электроснабжения железных дорог Сафаров Абдурауф Маликович. В плане сегодня предусмотрено назначение и необходимость использования компенсирующих устройств, назначение конденсаторной батареи, применение устройства продольной емкостной компенсации, использование синхронных компенсаторов, принципиальные схемы и особенности применения статических тристорных компенсаторов. В чем назначение и необходимость использования компенсирующих устройств? Рассматривается устройство, компенсирующее реактивную мощность. Это статические конденсаторные батареи, шунтирующие реакторы, статические тристорные компенсаторы СТК и синхронные компенсаторы СК, а также устройство, компенсирующее реактивные сопротивления сетей. Это конденсаторные установки и реакторы продольного включения. Компенсирующее устройство КУ в зависимости от их типа и режима работы могут генерировать или потреблять реактивную мощность КУ, компенсируя ее дефицит или избыток в электрической сети, уменьшать или увеличивать индуктивное сопротивление. Например, включение компенсирующего устройства в какой-либо точке сети изменяет реактивные составляющие нагрузки. В итоге изменяется полная мощность узла нагрузки в соответствии с векторными диаграммами, которые показаны на рисунках 7.3 А и Б. Так, в результате включения компенсирующего устройства, генерирующих или потребляющих реактивную мощность, например, СК или СТК, изменяется передаваемая по участкам сети реактивная мощность и, следовательно, потери напряжения. Дельта У равно активная мощность, умноженная на активное сопротивление, плюс Q плюс-минус Q компенсирующего устройства, умноженное на реактивное сопротивление, деленное на напряжение. Создается возможность регулирования напряжения в узлах сети и на зажимах электропотребителей, так как U и плюс 1 равно U и плюс-минус дельта U. Реактивная мощность, передаваемая от электростанции и других центральных источников, загружает все элементы электрической сети, уменьшая возможность передачи активной мощности. Поэтому, по экономическим соображениям, потребность в реактивной мощности в большей ее части необходимо удовлетворять за счет установки местных источников реактивной мощности. В этом случае уменьшается передача реактивной мощности по участкам сетей, так как приведена ниже следующей формуле. Q' равно Q минус QKU. Снижаются потери активной и реактивной мощности в них дельта P и дельта Q по формулам, приведенным в 7.9, и потери электроэнергии в продольных элементах сети, приведенные в формуле 7.10. И создаются условия для передачи по сети больших потоков активной мощности. В электрических сетях с избытком реактивной мощности активная емкостная мощность, в
частности, в узлах сетей 330 кВт и более, в периоды малых нагрузок напряжение могут превысить допустимые значения. Для удержания напряжения в допустимых пределах необходимо компенсировать избыточную реактивную мощность, как это показано на рисунке 7.3b, что может быть осуществлено с помощью реакторов поперечного включения, СТК или синхронных машин, работающих в режиме недовозбуждения. При включении компенсирующего устройства потребляют из сети некоторую активную мощность, которая в случае приближенных расчетов не оказывает существенного влияния на результаты. Назначение конденсаторной батареи. Батарея статических конденсаторов является источником реактивной мощности. Реактивная мощность, генерируемая конденсаторной батареей КБ, квадратично зависит от напряжения, выражение которой приведено в формуле 7.11, где СКБ – это емкость конденсаторной батареи, в фарадах измеряется, омега – угловая частота в радианах. Активная мощность, потребляемая конденсаторной батареей, пропорциональна генерации реактивной мощности, приведенной в формуле 7.12, и зависит от качества изоляции конденсаторов, определяемого тангенсом угла диэлектрических потерь, тангенс дельта. Величина тангенс дельта составляет около от 0,003 до 0,006 киловатт на киловар. Поэтому собственное потребление или же потери активной мощности в конденсаторных батареях незначительны, что в итоге определяет их высокую экономичность. В первом приближении конденсаторные батареи задают в точке ее присоединения емкостной или отрицательной нагрузкой. Однако необходимо учитывать основной технический недостаток конденсаторов – отрицательный регулирующий эффект, значительное уменьшение генерации, выдачи реактивной мощности конденсаторной батареи при снижении напряжения на ее зажимах. В результате компенсирующий эффект падает, что способствует дальнейшему снижению напряжения. Поэтому при расчете режимов работы сетей конденсаторной батареи необходимо учитывать проводимостью шунтом в узле, как это показано на рисунке 7.4а. В формуле 7.13 приведена, как это учитывается проводимость в узле. Так как в приведенной формуле частота F 50 Гц или емкостным сопротивлением XC равно у номинальной в квадрате, деленной на реактивную мощность батареи, где QB – мощность батареи при номинальном напряжении сети. Тогда активная мощность, генерируемая конденсаторной батареи, уточняется от фактического напряжения на входе батареи. Мощность конденсаторной батареи Q равняется напряжению U в квадрате, умноженной на проводимость конденсаторной батареи. С помощью конденсаторной батареи покрывается, компенсируется часть потребности нагрузки узла в реактивной мощности. Тем самым уменьшается реактивная мощность, потребляемая узлом из сети до величины дельта Q реактивной мощности, как равны как разность полной реактивной мощности минус
мощность конденсаторной батареи. В результате коэффициент мощности косинус φ улучшается до значения косинус φ', как это показано на рисунке 7.3а. В ряде случаев в низковольтных, городских распределительных сетях и других экономически целесообразна полная компенсация реактивной мощности. При этом мощность конденсаторной батареи равна мощности реактивной. И узел нагрузки потребляет из сети только активную мощность. То есть косинус φ' равен единице. При Q конденсаторной батареи больше Q сети возникает перекомпенсация и избыток реактивной мощности. Дельта Q выдается в питающую сеть. Узел нагрузки имеет опережающий коэффициент мощности. В нерегулируемой конденсаторной батарее НКБ число включенных конденсаторов, блоков неизменно. В регулируемой конденсаторной батарее РКБ число включенных конденсаторов изменяется в зависимости от режима работы электрической сети автоматически или вручную. Мощные конденсаторные установки напряжением 6 кВт и выше могут быть укомплектованы из стандартных конденсаторных блоков мощностью от 240 тысячных до 750 тысячных мегавар. Существует широкая номенклатура типовых проектов конденсаторных батарей 6-110 кВт, собираемых из указанных блоков. Вследствие небольшой удельной стоимости за 1 кВт и простоты обслуживания конденсаторной батареи установки являются наиболее распространенными местными источниками реактивной мощности. Диапазон их применения весьма широк. От индивидуальной компенсации на зажимах отдельных потребителей КБ в единице, десятка КВАР, до централизованной компенсации на шинах главных понизительных подстанций энергосистем КБ до 5-15 мегавар. Применение устройства продольной емкостной компенсации для уменьшения индуктивного сопротивления воздушной линии применяются конденсаторы последовательного включения установки продольной компенсации УПК. УПК включает в рассечку фаз линий, как это показано на рисунке 7.5а. Установки получили широкие распространения в сетях практически всех напряжений от 0,38 до 500 кВт включительно. При продольной емкостной компенсации конденсаторы представляют в схеме замещения реактивным сопротивлением X конденсатора равно единице, деленной на омега СК, где омега – угловая частота, СК – емкость батареи. Значение XK можно вычислить также по формуле. XK равно U номинальной в квадрате, деленной на мощность компенсатора, где U номинальное и QK номинальные значения реактивной мощности и напряжения конденсаторной батареи. Соответственно, при включении УПК
компенсируется часть индуктивного сопротивления линии. X равняется XL минус XK. Тем самым уменьшается составляющая потерь напряжения. Дельта У реактивная равно дельта У индуктивного характера минус дельта У конденсатора. Отсюда следует, что потеря напряжения равняется дельта У А плюс дельта У реактивный, как это показано в формуле 7.18, что равносильно введению некоторой добавки напряжения дельта УК. Последнее зависит и автоматически изменяется от величины реактивной составляющей тока нагрузки. Чем она больше, тем эффективнее для улучшения режима напряжения применение УПК. Однако применение УПК для регулирования изменения напряжения экономически целесообразно только в сетях 35 кВ и ниже. Питающие нагрузки с относительно низким коэффициентом мощности тангенс φ больше или равно 0,75. В нормальном режиме через УПК течет ток и нормальной загрузки линии. В этом случае, например, при передаче проектной мощности, составляющей около 2 МВт по воздушной линии 10 кВт протяженностью 10 км с проводом АС 50/8 и 95% компенсации индуктивного сопротивления, минимальная добавка напряжения составляет дельта УК, равная корень из 3, умноженная на И нормальный, ХК, синус Φ, как это приведено в формуле 7.19. Составит около 5%. Если реактивные нагрузки малы, тангенс φ близок к нулю, потери напряжения определяются в основном активными нагрузками и сопротивлениями, составляющие дельта У активная. И значит, компенсация индуктивного сопротивления нецелесообразна. В сетях более высоких номинальных напряжений при существенном превышении величиной X значения R активного сопротивления УПК применяются в первую очередь для повышения их пропускной способности, статической и динамической устойчивости электроэнергетических систем. Шунтирующий реактор, реактор поперечного включения, это статическое электромагнитное устройство, применяемое в электроэнергетических системах для регулирования реактивной мощности, напряжения и компенсации емкостных токов на Землю. Обладает преимущественно индуктивным сопротивлением. Шунтирующие реакторы изготавливаются на напряжение 35-750 кВт. Во включенном состоянии реактивная мощность, потребляемая реактором, зависит в зоне линейности его электромагнитной характеристики от квадрата напряжения. Q реактивный равно U в квадрате, умноженный на реактивную проводимость, где BR – индуктивная проводимость реактора. При расчете режимов для учета шунтирующего реактора вводится его индуктивная проводимость, положительный шунт. Индуктивная проводимость равно Q реактивному номинальный, деленный на U номинальный квадрат. Получаемое из паспортных данных реактора номинальных значений реактивной мощности QR
и напряжение U номинально. Для приближенных расчетов шунтирующий реактор задает в точке их присоединения нагрузкой, равной номинальной мощности реактора, как это показано на рисунке 7.4b. Кроме шунтирующих реакторов, на подстанциях устанавливают заземляющие реакторы, предназначенные для компенсации емкостных токов замыкания на землю. Использование синхронных компенсаторов. Синхронно-ямнополюсная вращающаяся 750 оборотов в минуту машина, работающая в режиме холостого хода СК. СК устанавливает на крупных подстанциях специально для генерирования и потребления реактивной мощности. Представляется возможность стабилизировать напряжение в точке подключения синхронного компенсатора и регулировать его в небольших пределах, управляя балансом реактивной мощности. Напряжение синхронного компенсатора при этом находится в пределах больше или равно от 0,95 У номинальной и меньше равно 1,05 У номинальной напряжения. Влияние на режим напряжения, определяемый располагаемым диапазоном изменения реактивной мощности синхронного компенсатора, аналогично Q синхронного компенсатора, будет в пределах больше или равно Q минимальной, меньше или равно Q максимальной. Возрастает с увеличением этого диапазона. Наибольшая реактивная мощность синхронного компенсатора Q максимальной, генерируемая в режиме перевозбуждения, называется его номинальной мощностью. В режиме недовозбуждения синхронного компенсатора потребляет реактивную мощность. Минимальное значение Q минимальное, которое определяется режимным ограничением по устойчивости параллельной синхронной работы компенсатора. Поскольку синхронный компенсатор потребляет относительно небольшую активную мощность, расходуемую на потери в статоре и роторе, и на трение на подшипниках, его схему замещения можно представить упрощенно, без активного сопротивления, которое показано на рисунке 7.6а. Ей соответствует векторная диаграмма рисунка 7.6bv, на основании которых ток синхронного компенсатора имеет вид, который приведен в формуле 7.24. И поскольку P синхронного компенсатора примерно равно нулю, мощность на его зажимах Q равняется полной мощности. То есть корень из трех, напряжение сети умноженное на напряжение тока сети. Или же равняется разность генератора, EDS-а генератора, минус напряжение на сети, умноженное на отношение напряжения сети к реактивному сопротивлению генератора. Отсюда следует, что значение и знак реактивной мощности синхронного компенсатора зависит от соотношения его EDS, EQ и напряжения узла сети, где подключен синхронный компенсатор УС. EDS определяется током возбуждения синхронного компенсатора
если по росту тока возбуждения соответствует увеличение ЕК, то есть ЭДС синхронного компенсатора. Если ЕК больше у сети, то синхронный компенсатор генерирует в сеть реактивную мощность и потребляет из сети опережающий напряжение ток, как это показано на рисунке 7.6b. При этом мощность синхронного компенсатора равняется минус напряжение сети в квадрате, деленное на реактивное сопротивление генератора, составляющую около 50-60% номинальной. При некотором сниженном значении тока возбуждения, при котором напряжение генератора равно напряжению сети УС, реактивная мощность синхронного компенсатора QSK равно нулю, то есть косинус φ равняется единице. Дальнейшее снижение тока возбуждения переводит синхронный компенсатор в режим недовозбуждения, при котором ЕК становится меньше, чем напряжение сети, и синхронный компенсатор потребляет из сети реактивную мощность и отстающий от напряжения ток, рисунка 7.6В. В режиме предельного недовозбуждения, когда ЕК равно нулю, включенный без возбуждения в сеть синхронный компенсатор потребляет из нее реактивную мощность. Основное достоинство синхронного компенсатора заключается в положительном регулирующем эффекте, то есть возможности плавно увеличивать выработку реактивной мощности и в результате стабилизировать или повысить напряжение при его снижении в часы максимума нагрузки или при аварии в электроэнергетической системе. Причем скорость или инерционность регулирования определяется системой АРВ. Таким образом, синхронный компенсатор обладает возможностями и конденсатора, и реактора. При работе в режиме перевозбуждения синхронный компенсатор является генератором реактивной мощности, а в режиме недовозбуждения – потребителем. Рисунок 7.7. В расчетах электрических режимов на электронно-вычислительной машине синхронный компенсатор представляется как опорный узель типа ПУ константа, то есть с заданным значением напряжение синхронного компенсатора постоянной и отрицательной мощности генерации P синхронного компенсатора примерно равно потере активной мощности холостого хода, принимаемой около 1% номинальной. Диапазон изменения реактивной мощности задается согласно формуле 7.23, в пределах которого находится значение, обеспечивающее заданное напряжение УСК. Если для обеспечения заданного напряжения необходимо значение реактивной мощности, выходящее за указанные пределы, то реактивная мощность синхронного компенсатора закрепляется на нарушенном пределе, то есть Q синхронного компенсатора равно Q максимальной, или Q синхронного компенсатора равно Q минимальной равно константе, и вычисляется соответствующее этой реактивной мощности напряжение УСК, как для неопорного нагрузочного узла,
При расчетах вручную синхронный компенсатор задается как неопорный генераторный узел. Минус QSK равняется константе. Или узел потребления QSK равно константе. Реактивной мощности, которому соответствует вычисляемое значение напряжения. Вместе с тем, синхронный компенсатор – это крупная вращающаяся электрическая машина мощностью до 320 мегаватт, требующая высокого уровня эксплуатации. В частности, обеспечивает устойчивость параллельной работы синхронных компенсаторов в электроэнергетической системе. Работа синхронных компенсаторов сопровождается заметными потерями электроэнергии и расходом вспомогательных материалов. Все это, несмотря на отработанность конструкции и относительную дешевизну синхронных компенсаторов, способствует применению статических компенсаторов. Рассмотрим принципиальные схемы и особенности применения статических тиристорных компенсаторов. Статические тиристорные компенсаторы – это комплексные устройства, предназначенные как для выдачи, так и потребления реактивной мощности. СТК за счет тиристорного управления обладает исключительным быстродействием и осуществляет плавное регулирование реактивной мощности. Устанавливается на подстанциях энергосистем, имеет мощность 100, 150, 250, 300 и 400 мегаватт. И номинальные напряжения 10, 15, 75, 20, 35, 110 киловольт. СТК имеет различные схемы подключения к высоковольтной сети и управления потребляемой реактивной мощностью. Основа СТК составляет накопительные элементы емкости, индуктивности, реакторно-тиристорные и конденсаторно-тиристорные блоки. На рисунке 7.8 приведены две принципиальные схемы СТК. Схема состоит из неизменных по мощности конденсаторных батарей рисунка 7.8а или реакторов рисунка 7.8b. Плавное управление мощностью СТК осуществляется с помощью встречно-параллельно включенных управляемых вентилей, тиристоров, снабженных устройством управления УУ, с помощью которого регулируется момент открытия и закрытия тиристоров. Угол регулирования тета называется, которое приведено на рисунке 7.9. Такое регулирование позволяет изменять время включения реактора или конденсаторной батареи в сеть в течение каждого полупериода. Вследствие этого изменяются действующие значения напряжения у на зажимах соответствующего накопительного элемента и развиваемая ими мощность, которая приведена в следующих формулах. Мощность СТК, QSTK, может изменяться от потребления до выработки в пределах диапазона регулирования. QSTK равно разности Q реактивной минус Q конденсаторных батарей. Это может быть больше нуля или меньше нуля. За 1-2 периода промышленной частоты при практически неизменном напряжении сети УС на выходе
СТК. При отключении конденсаторной батареи или реактора СТК потребляет или выдает реактивную мощность, как это показано на рисунках 7.8А и на рисунках 7.8Б соответственно. СТК в расчетах установившихся режимов может задаваться как синхронный компенсатор генерации в неопорных узлах типа P и Q константа или в виде опорного узла типа P U константа с небольшим значением активной мощности P на потери в конденсаторных батареях и реактор с пределами Q минимум Q максимум, определяемые величиной компенсации реактивной мощности. Спасибо за внимание.